От доктора Эмерал зависела жизнь мистера Сайрина. А вы ее похитили. Это сделало вас главной мишенью. Да, я так и понял. Они перекрыли все пути отхода, все дороги. На машине с острова было никак не выбраться. Нужен был новый план. Все, пошли! Бет, мне нужен транспорт. Тут жарковато. Ладно, где тебя искать? Пока не знаю. Я хочу забраться повыше и взглянуть на мост. Я боюсь по нему не проехать. Надо подняться повыше. Хорошо. Вижу мост. Он кишит монарховцами. Не знаю, может, если втихаря? Ага, может. Или давай я тебя подхвачу. Решай, но только побыстрее. Меня вот-вот засекут. Мне полегчает, когда окажусь на яхте. Монарх у меня на хвосте. Я тут не особо популярен. Как доктор Эмерал? Жива-здорова, но жизнью недовольна. Долго тебя еще ждать? Погоди, сейчас узнаю. Заберусь внутрь, пока меня с вертолета не заметили. Пол? Нет, ну какого хрена? Ты еще там? Да, ищу удобную точку обзора. So, we don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs. The Kratzu things happening in Gitu of Niget Springs. Thank you. All ponies are made of butter in Night Springs. We know the old dance, the fortunate and the destitute. The haves and the haves, have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street. But the tables can be overturned. But the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource. Do that again. And yet, that is the fate that awaits you in Night Fringe. It's Night Springs. Night Cringe. Springs. Bright blings. Night spring. Fright. Winge. Jesus. We know the old dance. The fortunate and the destitute. The haves and the have-nots. Those who dine at the table and those who starve in the street, but the tables can be turned. The gluttonous consumer may find himself the consumable resource in Night Springs. Right things.
Все еще никаких следов Джойса или Уайлдер. Ухожу на второй круг. Мне нельзя тут засиживаться, Джек, поторопись! С этим проблема. Что-то не так? Всю ночь все не так. Я сейчас смотрю на мост. Там совсем плохо дело. Если я там появлюсь, пострадают невинные люди. Хорошо. Есть какие идеи? Посмотрим. Под мостом есть пристань. Сможешь подогнать туда яхту? Там спереди вывеска бензоколонки, не пропустишь. Что, прямо под самым носом у Монарха? Других вариантов я не вижу. Переключаюсь на канал Монарха. Скоро буду на связи. Буду через 10 минут. Только не подведи меня. Ну, и как туда спуститься? Где пожарный шест? Так, Бобби вернулся. Нам сообщают, что на дорогах все больше и больше блокпостов Монарха. Что, блин, творится в Риверпорте? У нас на линии дальнобойщик из сокровищницы счастливчика Джо, Грег Лоуренс. Говорите. Я нахожусь у моста Порт-Тоннели. Охранники Монарха перекрыли тут все. А теперь мою машину хотят обыскать. Да хрень это все, нет уж. Это не полиция, это не ФБР. Надо везти груз, значит, давишь на газ и везешь, так-то. Монарх не имеет права вас тормозить. Так всем на мосту и передайте. Что бы подумал счастливчик Джо, а? Джо ждет груз. Да, я так и сказал, но они меня не пускают. Знаете, недавно нам сообщили о каком-то взрыве в особняке Монарха на острове Гал. Это уже третье событие за... сколько? За день где-то, в котором Монарх связан со взрывами и катастрофами. Где полиция? А? Где она? Не давайте им ничего обыскивать. Я уже целый день пытаюсь вывести в эфир кого-нибудь из Монарха. Без комментариев. Полиция Риверпорта? Без комментариев. Тут не слышу сегодня. Без комментариев. А я жду ответов и вам советую. Оставайтесь с нами. Ублюдки. Руки прочь! Ты чего творишь, а? А ну отпусти ее! Это больно! Куда вы ее тащите? Я все вижу! Вы за это ответите! Я все вижу! А ну отпустите ее! Это привратник один. Гражданские с ума посходили. Машин, какой-то урод из счастливчика Джо не дает нам осмотреть свой грузовик. Мы слышали, Сайрина, действуем жестко. Стрелять не торопитесь, но если придется. Вас понял. Хотите, чтобы я заткнулся? Эй! Может, лучше поговорим о том, что случилось с Эмми Ферреро? Да, о том, как вы заставили ее замолчать? А? Давайте же, поговорим об этом! Это все вообще незаконно! Что вы творите? Мой брат учится на юриста! Нефиг мозги пудрить! Объясните, каким образом это попадает в одну? Ну, объясняйте! Эй! Там, внизу! Не поднимайся смолчи. Сюда! Смолчи! Смолчи! Команда КПП, вперед! Цель была замечена под мостом. Огонь!
Надо попасть на пристань. План поменялся. Они следят за пристанью. Найду другой путь. Я уже почти там. Подожди пару минут. Нельзя рисковать доктором Эмерал. Так или иначе, но я пересеку этот мост. Мне нужно добраться до моста и перейти. Так, вот и все. Пытаются пробиться. Вы слышали приказ действовать жестко, без колебаний. Ты что творишь?
Ладно, хорошо. Просто пересечь чертов мост, и я свободен.
черт. Хреново. Я понимал, что как только зависание закончится, меня раздавят обломками. Нужна была твердая опора, и палуба корабля была наилучшим вариантом. Оставалось на нее спуститься. Творился какой-то ад. Оставалось надеяться на удачу и идти вперед. Я все продолжал спускаться вниз, к кораблю. И не то, чтобы это было приятной прогулкой под луной. Разлом усиливался. Параллели путались. Завивались в безумные петли, сталкивались. Полный бардак. Так, наверное, и должен был выглядеть конец времени. Все переломано, припутано, застыло в хаосе. И некому рассказать. Хороший кораблик, не шатайся, не шатайся, я сказал. Давай, давай, давай. Дом расширялся. Беспорядочное движение. Предметы выпадали из времени, параллели пересекались. И дальше было бы только хуже. Мы должны были вмешаться. Ты хоть представляешь, что за сила у тебя в руках? Ты должен передать эту технологию монарху. Я готовилась к тому, что случится. Значит, готовились, говоришь? Но предотвращать ничего не собирались? Ну, починю я машину Уильяма. И что потом? Зачем она вам? Конец времени близок. Ничего не... Эй! Тебя никто не спрашивал. Я только что видел, как корабль на полном ходу врезался в этот сраный мост. Время на исходе. Разлом растет с каждой минутой. И его не остановить. Пол видел конец времени. Видел своими глазами. Как вы не понимаете? Мы готовились, потому что другого пути не было. Ты ведь пользовалась работами Уильяма Джойса. Ты уважала его. Он знал, что грядет разлом, но он знал и то, что его можно закрыть. Мы знаем, как остановить разлом. Вот. Противовес. Мы отправимся в прошлое, чтобы найти его. С твоей помощью мы управимся быстрее. Впрочем... Уговаривать я не буду. Мне надо будет запустить диагностику машины. А пока не могу ничего обещать. Ник, отведи Эмерал к машине. Не спускай с нее глаз. Будет сделано. Добро пожаловать на борт, док. Не заставляйте вас убивать. Джек, прежде чем мы пойдем вниз, нужно поговорить.